Спонсор показа – наш интернет-магазин umabook.ru. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru. В продолжение темы – вот ревность Аллаха, Бога Господа. То есть Аллах более ревнем, чем я. Да, там в том хадисе сказаны слова пророка, алейхиссалям. Здесь приведу уже другой хадис. По поводу ревности Аллаха, Бога Господа. Как это понимать? В том хадисе, который мы с вами озвучили, там сказано, что пророк Мухаммад, алейхиссалату ассалям, о самом себе говорит: я более являюсь более ревностным, да, более ревнив, чем этот Саад. И Аллах, Бог Господь, более ревнив, чем я. Вот эту часть, чтобы правильно понимать, это уже другой хадис. Тоже свод хадис имама аль-Бухари, 5225-23. Инна Аллаха ягару ва гайратуллахи аяти аль-муъмину ма харрам Аллах. То есть вот касательно вот этой вот, ну, некой, хотя слово ревность по отношению ко Всевышнему не подходит, но в данном случае приходится, ну, идет с пояснением, поэтому наиболее уместно его применить. Инна Аллаха ягару. Пророк, алейхиссалам, сказал: поистине Аллах, Бог Господь, ревностна ягару. Но здесь в квадратных скобках поясняется сразу: относится к нарушению границ запретного. То есть вот это вот гайра касательно, ну, ревность, когда это относится, данное слово, ко Всевышнему, то подразумевается именно ревностное отношение Всевышнего к нарушению границ запретного. Это в любом пояснении этот момент присутствует. То есть мы, к сожалению, очень часто это слово вообще определенно неверно понимаем. И вот дальше идет: «Ва гайратуллахи аяти аль-муъмину ма харрам Аллах». Ревность его, то есть Бога, поясняю, когда милость трансформируется в недовольство. И в хадисе продолжается: проявляется, если верующий муъмин совершает ма харрам Аллах, запретное, харам. То есть верующий, ладно бы, если это был неверующий, но верующий человек, верующий муъмин, совершает очевидно запретную какую-то вещь. Это включает вот эту вот, ну, так называемую ревность Всевышнего. То есть вот, включает его негодование. Милость трансформируется в недовольство. Здесь поясняю то, что относится к очевидно запретным действиям, например, употребление алкоголя, прелюбодеяние. То есть если это совершает муъмин, очевидно запретное какое-то деяние. Здесь дальше все, на этом хадис закончился. То есть здесь поясняется касательно ревности Всевышнего, ну и это же имеется в виду, и когда говорится о ревности пророка. То есть вот это вот такое ревностное отношение к нарушениям очевидных, явных, понятных границ, обозначенных, тем более касательно того, что запрещено очевидным образом харам. Здесь пояснение. Возвращаясь к теме ревности мужа и жены, следует правильно понять это через практическую сторону, в кавычках, ревности пророка Мухаммада, алейхиссалям, и ревности Аллаха, Бога Господа. То есть возвращаясь к ревности мужа и жены, упомянутых вот в хадисе. Ревность мужа и жены с религиозной точки зрения – это в первую очередь, вот с учетом того, что было сказано относительно Всевышнего, если этот хадис, вот эту ревность, понимание ревности трансформировать именно в семью, что получится? Ревность мужа или жены с религиозной точки зрения – это в первую очередь что? Личное сторонение греха. То есть человек, он ревностно относится к тому, что запрещено. То есть он сам лично, четко, ясно сторонится запретного. То есть мы, люди, постоянно ведомые животными эмоциями, такого рода хадисы понимаем как какую-то команду кого-то бить, стрелять, убивать, производить какое-то насилие и так далее. Да нет, абсолютно. Там то, что Саад говорил, то есть нужно правильно уметь это понять, что здесь в первую очередь ревностное отношение к чему? К тому, что запрещено, то есть ты сам в первую очередь, то есть тот же самый муж, он сам в первую очередь будет образцом нравственности, никогда не изменит своей жене. То есть его ревность, чувство ревности в первую очередь проявится как верующего человека к тому, что он сам никогда не допустит кого-то там обнять за талию, там поцеловать, еще что-то там
какое-то вот там внимание по отношению к представительству противоположного пола. То есть он ревностно к этому будет относиться. Возвращаясь к теме ревности мужа и жены, следует правильно понять это через практическую сторону ревности пророка Мухаммада, ревности Аллаха, Бога Господа, упомянутой в хадисе. Ревность мужа и жены с религиозной точки зрения – это в первую очередь личное сторонение греха, особенно в взаимоотношениях с противоположным полом. Не проверка почты и телефонных переписок друг друга. К сожалению, современные мужчины-мусульмане или женщины, читая про ревность, что нужно ревновать, даже я еще процитирую еще один хадис по поводу даюса. В интернете прямо есть вот настолько, я говорю же, это фастфуд. Народ пишет, вот там даюс и так далее, этот даюс, тот даюс, еще что-то даюс. То есть ты, если не ревнуешь жену, то ты даюс, а даюс в рай не попадет. Наверняка, возможно, если интересовались мусульманской тематикой, то с этим сталкивались. Это чистой воды. То есть люди, может быть, думают, что это продвинутый уровень. Это начальный, это не школа, а детский сад. Это как ясли называется. Во. Если. То есть, когда хадис продаются, говорят о том, что муж должен ревновать свою жену. Там не об этом сказано. Мы с вами этот даюс разбирали в свое время. К сожалению, народ вот это слово и сам термин «ревность» гайра понимает очень нездоровым образом. И читая подстрочные переводы, потом начинает там проверять почту, телефонную переписку друг у друга начинает проверять. Они начинают ревновать и думают, что в этом есть чувство набожности, что тем самым это их защищает, что они в ад не попадут, а в рай попадут. Потому что они копаются в почте своей жены, там или в переписках, там и все. И такой строгий вид, что жена на кого-то там посмотрела или кому-то улыбнулась. Все, он такой весь ревнивый, приревнивый, в рай хочет попасть. Да не об этом там вообще. Не проверка почты или телефонных переписок друг друга, а становление образцом религиозного благонравия друг для друга. Ревностное следование предписаниям. То есть строго. Читанибу, да, манахайтукум анха. То есть строго сторониться очевидного греха и фаату минху мастатаатум из того, что амартукум бих, то, что я вам повелел, делать, выполнять в меру возможностей, да, как сказано в хадисе. Вот здесь быть ревностным. Вот однозначно запрещенное, все, сторонись этого. Обязательно делай в меру силы возможностей. То есть, зная все нюансы послаблений, куда что можно подвинуть, передвинуть, но делаю в меру силы возможностей. А у нас обычно вопросы: там желатин, здесь желатин, в лекарстве там часто в лекарстве применено какое-то там чего-то там от утки или от свиньи, или от кого-то еще. Я говорю, ну посмотрите вот на это лекарство, да, там кусок мяса свинины вообще видно, нет? Или может там сало свиное видно как-то в этом лекарстве. Почему-то люди вот именно на таких абсолютно второстепенных и уже затрансформированных вещах начинают заморачиваться. А в очевидных про сплетни, ну все же знают, что сплетни запрещены. Ложь, ну все же знают, что ложь запрещена. Обязательная молитва, она обязательна, обязательное предписание. Здесь уже у человека полный бардак. Повторюсь, главным основополагающим является, чтобы у верующего человека, как у мужчины, так и женщины, присутствовали честь и достоинство, которые помогали ему самому сторониться очевидного греха. То есть ревностно относиться к этому. То есть ревностно относиться к этому, то есть самому сторониться греха. И чтобы он стал живым примером для своих домочадцев, дабы сторонились явно запретного. Вот тогда атмосфера дома становится здоровой. Никто друг друга за друг дружкой не подсматривает, а каждый старается быть примером для подражания с точки зрения нравственности, самодисциплины, правильности и так далее. Это совершенно разные общие истории и разный, совершенно разный подход к хадисам.